Когда мы говорим о комнатных растениях, очень обязательно, конечно, упомянуть о вредителях, которые могут появиться в комнатных растениях. Хамидорея подвержена, как и многие другие растения, подвержена нападению паутинного клеща. Итак, если вы заметили какие-то неровности на листочках, белые пятнышки, засыхают, подсыхают лепесточки, посмотрите с обратной стороны. Если там появился паутинный клещ, то вы это увидите. Как же с ним бороться? Есть народные средства. Это мелко натертый лук или чеснок мы отстаиваем в воде и опрыскиваем из краскопульта, из пульверизатора. Да? Взять скипидар, налить в стаканчик, в стопочку, в тарелочку и поставить рядышком, чтобы пары скипидара, они как бы орошали, чтобы опаряли. Если у вас завелся Человек-паук, то будьте осторожны, вы много смотрите мультиков.